Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Помогите мне решить внутренний кризис в связи с проблемами со здоровьем, чтобы не доводить себя до серьезного заболевания, мне пришлось сесть на диету. Держусь уже 2 дня, но периодически все бесит. Я понимаю, что это необходимо, но жизнь абсолютно потеряла все краски. Плюс я осознаю, что сидеть на диете мне придется всю жизнь. Смотрите. Во-первых, решить внутренний кризис мы вам, конечно, поможем. То есть с этим конкретно нет проблем. На мой взгляд, с чем как бы может быть проблема? Это с тем, как вот конкретно вы хотели бы, чтобы мы помогли вам с решением кризиса. То есть, если вы, допустим, ну, думаете, что мы вам поможем решить ваш решить ваш кризис через там, ну, грубо говоря, ответ на текстовый вопрос, который вы задаете сейчас, то, ну, я бы сказал, что нет. То есть так кризис, наверное, не решить. А вот. Потому что все-таки эта задача достаточно серьезная, да, вот, и решать ее нужно исключительно в формате психотерапии, исключительно в формате беседы с вами, да. Вот, а не через ответ на вопрос. Причем вопрос текстовый, достаточно короткий и так далее. То есть сначала нужно вообще понять, в чем конкретно проблема. Вот, потому что, раз вы говорите, что жизнь потеряла все краски, то я рискну предположить, что она... Ваша жизнь особо раньше, вот что называется, красками не блистала, так скажем, да? Вот. И получается, что вы жили как бы холостую, получается. То есть, ну, получается, что вы жили в холостую. Вот. Возможно, я не знаю, наверняка, конечно, но возможно, вы живете в холостую, ну, как-то до сих пор. Да? То есть вот, когда человек, ну, не чувствует вот своей жизни, да, то есть, ну, не чувствует интерес какой-то вот, к своей жизни сам. Вот. То есть такая может быть история здесь. И еда здесь ни при чем. Как таковая еда, прям вот как таковая еда, да, еда здесь ни при чем. Может быть, при чем ваше отношение к жизни. Вот. Может быть, при чем ваше отношение к жизни. Может быть, причем то, как вы, допустим, ну вот,
сами относитесь к себе, да, там, к своим увлечениям, допустим, вот. Вот это может быть. Но еда здесь, конечно, скорее всего, ни при чем. Скорее всего. А причем то, что вам, вот, видимо, никогда особо, не было интересно жить. Да? Вот. Скорее всего, скорее всего. И очень важно увидеть интерес к своей жизни. А для этого, да, того, чтобы вам вот, ну, видеть интерес к своей жизни в целом. Очень желательно научиться себя слышать, очень желательно научиться себя чувствовать, очень желательно научиться относиться к себе иначе. Да, как бы вот не так, как вы к себе относитесь сейчас, допустим. То есть вот то, как вы относитесь к себе сейчас, ну вот это как раз таки и проявляется, как бы, в том, что вам вот ваша жизнь, она неинтересна. Вот. Понимаете, да, в чем проблема заключается. Поэтому это вопрос того, насколько в целом, вообще в целом, вы своей жизнью могли бы интересоваться. Да, то, насколько в целом вам ваша жизнь интересна. Вот. Ну, как бы, какую функцию, так скажем, какую функцию выполняла еда, да, то есть, что она вам давала, потому что, ну, может быть, вот, вполне такая история, да, такая ситуация вполне может быть, что еда компенсировала вам какую-то, допустим, ну, к примеру, пустоту, например. То есть вот, если вам действительно на самом деле еда компенсирует какую-то вашу вот собственную пустоту, да, вот, то как бы, конечно, вот, с потерей её, с потерей, ну, так скажем, определенного вот уровня удовольствия, вам, конечно же, будет тяжело. То есть это, ну, понятно совершенно, да, очевидно. Вот. Поэтому здесь нужно смотреть, на мой взгляд, исключительно вот с такой точки зрения, то есть именно вот с точки зрения того, что вам
могла еда давать. Соответственно, из этого уже исходить. А вот, пожалуй, такой ответ я мог бы вам дать сейчас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.